Всем привет! Это рыбалка с Пашком. И сегодня мы будем ловить леща. Прикормка сегодня будет самая простая у нас. Это база 100 поклевок лещ. Вот остаток с прошлой рыбалки 100 поклевок профидер озера. И добавим туда еще сваренного пшена. Да, я еще забыл сказать, добавлю еще пелица, карпового пелица. Окушочек. Была небольшая пауза в клеве, и потом влетел вот такой вот подлещик. А? Неплохой. Я считаю, неплохой подлещик влетел. Есть, наконец-то карась попался. Хороший. Вот первый карасик. Не дал мне позавтракать. Сразу поклевочка была хорошая. Хотел в траву увести, но я ему этого не позволил сделать. Такой грамм 500-600. Карасик. Карасик зачетный. Хватанул, а? На червячка. Во, красава. Thank you.
Во, красавелла. На червячка вот такой вот подлещик клюнул. Походу это лещ. Вот это боец попался. Ну. На скидку сколько? Я думаю, кило 200. Вот это боец. А? Красавок. Красавелла. Адреналинчика хапнул. А? Еще один килошечник. Хотя нет, я погорячился. Грамм 600.
Карасик небольшой попался. Ну что, прикормка закончилась. Время подвести итог. Рыба сегодня неплохо клевала. Сейчас посмотрим, что мы наловили. Взвесим трофейные экземпляры. Возьмем немножко домой и остальную рыбу отпустим. Вот так немножко наловили. Вот сегодняшний бонус. Вот такой вот лещара. Ну, на скидку 200 кг. Сейчас взвесим, посмотрим. Подсачек весит 200 грамм. Фига себе, 580 кг. Неплохой лещик. Ну что, отпустим родного домой? Плыви, родной.